Боги Ютуба. Куплинов Плей и Мармок. В фильме «Охотники за привидениями». У меня появился друг. Вот, пожалуйста, стоит. Драголёк мой. Это самое ебанутое шоу, в котором я когда-либо участвовал. Согласен. Я всегда боялся, что этот день когда-нибудь настанет. Это классно. Если честно, я сейчас в шоке, но мне лень удивляться. Так что я как-нибудь потом спонтанно охуею. А, будь готов, окей. Так, внимание на всем служащим. Числовые аномалии были зафиксированы. Какая-то хуйня происходит знатно. Именно, что за хрень? Надо с этим что-то делать. Ебать, у нас все плохо. Поехали. Нормально, чё, раз гуляем, так пускай по-голливудски. Шофёр. Эгегей. Опа. Воу, помедленнее. Ну ладно, я в принципе не против, мне так даже удобнее. И сейчас, собственно, должно начаться все самое интересное, все самое мясное, все самое жесткое. Слишком быстрое погружение получилось. То есть вот такой вот огромный особняк, особнячище, блять, поместье какое-то ебаное. Интересно. Очень. Весьма интересно. Что? Что это за звуки? Что это, Иисусе? Я хочу домой! Спокойно, блядь. Спокойно, дружище. Ну, пошли. Опасность. Мы засекли многочисленные активные аномалии в твоей зоне. Пожалуйста, локализуй их. Нет у меня никаких аномалий. Ты охуел, что ли? У меня все чисто. Ты, блядь, угораешь, нахуй. Надо было остаться в машине. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Вот это согласен. Вот это нахуй прилетело. Нарушитель. А кто ты такой? Я тебя убью сейчас с пушкой, понял? Давай сделаем вид, что здесь ничего не было и уйдем. Яркая пышка. Прошу брание, ну слегка. Как тебе песос озабоченный? С прожаркой тебя. Вот это поворот. Ну ладно, хорошо. Все нормально. Все замечательно. Все прекрасно. Влажненько, так сказать. Когда влажненько, комфортненько, представляешь? Суем свой нос куда не надо, умираем, как тебе. Это все очень подозрительно. Мне это совершенно не нравится. Продолжение следует. Эй, всем спасибо за просмотр. Если мульт зашел, ставим лайкосы. Как только соберем 1000 лосей, я сделаю вторую серию этого шедевра.